Мы проиграли? Да, мы проиграли. Мы должны были выиграть. Я согласна. Не комментируйте для голоса. Вместо этого оцените эти видео. Случалось ли это с тобой? Хочешь узнать, где листик, но ты не знаешь, где листик? Что ж, у нас есть решение. Покупайте наш новый детектор листик, как можно быстрее, как вы можете. Зачем тебе вообще это надо, ты спросишь? Вот почему. Ш маленький милый светосоватый локатор является революционным локатором листик. Покупайте сейчас. Эй, цветок, взгляни-ка на это. Что бы это ни было, мне все равно. Тот цветок. В этот раз это очень важно. Если это не остров мечты, я не хочу это слышать. Ну, это жу. О мой бог, огонек, я спасу тебя. Где-то на белом свете, где всегда вас ждут, крутятся ровно эти вкусы, очень крут. В них завернули только то, что любишь ты. Крутятся ровно эти Макдоналдса хиты. Вкусно закручено! Попробуй! Киндер-сюрприз исполняет сразу три желания. Сюрприз! Молочный шоколад с молочным слоем. Игрушка! Киндер-сюрприз всегда дарит радость. Страна смешариков. Тебя ждут невероятные приключения. Научись чудесам школемадов. Шарарань, опасность. Стань секретным агентом и раскрой страшные тайны. Открой свой клуб и пригласи звезд. Стань смешариком и получай подарки каждый день. Шарарам. Три кошары. Две кошары. И одна кошка. Суета. Мама. Если ты хочешь продолжение про трех кошар, тогда подпишись на канал, поставь палец вверх, чтобы я увидел активность, и тогда я сделаю продолжение. Три кошары. Две кошары. И одна кошка. Стрела. Три кошары очень импульсивные. Из-за этого они постоянно встревают в какие-то передряги. К примеру, в этот раз они подцапались с одной свиньей. И сегодня три кошары идут с ней на стрелку. Ну чё, пацаны, вы готовы? Сегодня у нас стрела со свиньей. Конечно, мы всегда готовы. Ну а ты, блин, готов, Коржик? Или как там тебя? Куда ты, блин, опять делся? Ё-моё, ты чё, опять Валеркина нюхался?
Компот ты с кишей. Я же тебе сказала спрячь от него Валерку. Не указывай мне, я тебе не шестерка. Сама следи за ним. Ладно, блин, погнали, и так справимся. Ну наконец-то, я уже вас полчаса жду у этого дерева. Ну чё, свинья, у тебя проблемы какие-то? Это у вас скоро проблемы будут. Ты чё, бессмертная что ли? Мы ведь втроём тебя умотаем в два счёта. Это вы, походу, бессмертные. Вы в курсе, что у меня есть знакомый пёс? Он на вас живого места не оставит, если я попрошу. Да ладно тебе, погоди. Ты чё сразу начинаешь? Мы, может, по-хорошему хотели вопрос решить? В чём проблема-то? А вот в чём. Вы вчера зашугали моего мелкого брата. Теперь он постоянно трясётся и ссытся в штаны. Чё за дела, я не поняла. Блин, извиняй, мы не специально. Просто Коржик с ним немного поиграл. Короче... Вы вообще попутали походу. Лечите его, и чтобы завтра он был здоров. Либо будете сами за ним вытирать. Я тебе чё, шестёрка что ли? Блин, Компот, она же собаке расскажет. А, ну ладно. Ставь палец вверх и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии. До встречи. Кошары. Эй, цветок, взгляни-ка на это. Что бы это ни было, мне все равно. Но цветок, в этот раз это очень важно. Если это не остров мечты, я не хочу это слышать. Ну, это жу. О мой бог, Огонёк, я спасу тебя! Три кошары. Две кошары. И одна кошка. Стрёмный подвал. Блин, чё бы поделать, а то скукотень полная. В натуре. Блин, ты задолбал бегать по хате. Опа, а это что такое? Я не знала, что у нас в доме есть подвал. Я тоже. А ну-ка, давай откроем и посмотрим, что там. Ничего себе! Какой это подвал? Это, блин, какая-то дыра в центре земли. Блин, прикольно. Интересно, что там? Сейчас узнаем. Ты что творишь? Он же разобьется! Да ничего с ним не будет. Ты забыла, что он кот. Коты всегда приземляются на лапы. Да при чем тут это? Ты что, отсталый? Ты видел, какая тут высота? Да ладно, не ори. Эй, Корж, ты живой? Ты слышала? Я же сказал, с ним все нормально. Короче, ты как хочешь, а я тоже спускаюсь. А, ладно. Ого, где это мы? Не знаю, но я хочу узнать. Побудь пока здесь, мы скоро придем. Мы уже 5 минут идем, а конца так и не видно. Ты это слышал? Ага, походу это Корж. С ним что-то случилось. Блин, где он? Кажется, кто-то утащил его в эту дыру. Вот крутяк. Надеюсь, это был какой-то страшный подземный монстр. Погнали его искать. Эй, погоди, может позвать на помощь? Оно ведь и нас может утащить. Кисель, блин, куда ты убежал?
Здравствуй, киса. Здравствуйте. А что это такая маленькая кошечка делает одна так глубоко под землей? Да, я тут с братьями гуляла. Ну ладно, мне уже домой пора. До свидания. Ну куда же ты торопишься? Побудь со мной еще немножко. А ну ушел с дороги, глиста, а то без глаз останешься. А вот это ты зря. Корней Корнеич не любит, когда на него кричат. Вот это ужас мне приснился. Хорошо, что это всего лишь сон.